канун Радоницы большинство мэров открыли доступ на кладбище. Главное условие – неукоснительное соблюдение мер безопасности. Вне зависимости от того положения, в котором оказалась наша страна, жизнь продолжается. Возможно, и те, кто оказался в мире ином, ждут поминальной молитвы. Важно, что люди понимают необходимость соблюдения всех мер осторожности. В селе Скорень Страшенского района местные жители соблюдают ограничительные меры, так что посетителей на кладбище немного. Cine aveți aici, drag? Aici e tăticu. Tăticu. Ați venit singur? Ei, dar păi, vezi că poliția nici nu dă voie, că mulți companii mari nu trebuie. А этот мужчина, убрав на могиле родителей, решил навести порядок и на соседних. Принес немного краски и растворителя. Затем принесу ведро земли, чтобы освежить могилы. Заканчиваю третью могилу и постараюсь навести порядок и на других. Люди признаются, что относятся очень серьезно к мерам профилактики. Нам повезло, у нас в селе нет больных. На кладбище ходим по очереди и соблюдаем меры предосторожности. На Пасху сидели дома и в родительский день будем сидеть дома. Когда закончится пандемия, придем на кладбище и помянем близких. Жителям столицы вход на кладбище пока закрыт. В Кишиневе все остается без изменений. На Пасху и в родительский день запрещен вход на кладбище. Исключение только похоронные процессии. В этом году митрополия Молдовы перенесла Радоницу на 6-8 июня.